Так, ассалам галейкам, ассалам галейкам. Казахстан, вот значит, нахожусь на стройке. И мы вот с севера Казахстана проверяем стройки, что, потому что ходит скандальный ролик в интернете, где между, значит, кирпичами пустота, цемент жалеет. То есть и вот мы вот инициативные команда, которая вот на севере все вот эти стройки все проверяем, потому что сами понимаете, что это, чем это чревато будущим. Поэтому вот пришел я на стройку. Сейчас вот ребята мне покажут, как у них там с цементом. То есть вот. Но, как обычно, знаете, начинается, звонят начальству, все надо докласть. Но он мне сам сказал, говорит, иди сам снимай. Поэтому я иду сейчас там, где кладка, чтобы между кладками, друзья мои, вам снимем, сейчас покажем, что на севере, как идет стройки на севере Казахстана. Ну вот, захожу, значит, я на второй этаж. Вот на второй этаж я собрался. Заходим, проверяем. Вот, показываю, друзья, вам показываю. Сейчас, подожди. Ну вот видите, да, кирпичи, все. Цемент есть, все есть. Да. Сейчас, подожди, я спущусь. Частной территории, говорит, разрешение. Какие разрешения? О чем разговор? Ну, давайте вот здесь проверим, друзья мои. Ну, вот тоже, видите, да? То есть... Цемент есть. Цемент есть. Здесь тоже вот кладка, видите? То есть... Так что на севере Казахстана у нас... Спустимся, сейчас что-то он там говорит, кто разрешение дал. То есть, как позвонил начальству, видать, те ему сразу, наверное, втык, наверное, скажешь, не пускать. Ну, все нормально у вас, я снял, посмотрел, цемент все есть, все ровно. Ладно, давайте, Жигиттер, удачи вам. Вот еще раз покажу. Стройка. Строят тоже жилой дом. В общем, север на высоте. Север на высоте. Также в городе Петропавловске у нас еще есть стройки, а везде... Завтра будет время, тоже пройдусь. И везде мы проведем вот такой, значит. И также советую другим блогерам, не оставайтесь равнодушными. Потому что вы сами понимаете, что такое, если жалеют цемент, если между кладками, как вот мне ребята скидывали в Ютубе, в WhatsApp скидывали, как в Ютубе там ролик, где-то между кладками, представляете, там вообще пустота, вообще всяких хлам накидали. И кирпичи там лежат вообще без цемента, без ничего. То есть, в общем, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Ергали. Проверяли, значит, проверяли на севере вот этот дом. Все здесь ровно, в общем.